Всем привет, дорогие коллеги! С вами Кононова Анна и интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня у нас с вами будет две темы. Во-первых, это мы с вами можем взять некратное количество подарков, таких как активная вода. Вот эта водичка на данный момент у нас с вами дарится. Да? Что же она делает? Она освежает, увлажняет воду, кожу, восстанавливает естественные механизмы. Стоит она 221 рубль. Также она содержит чистую ледниковую воду, обогащенную минералами, и кислородный комплекс Новофтем О2, который стимулирует насыщение клеток кислородом. Также она имеет сертификат халяль. Да? То есть, ну и как ее применять? Ее можно наносить поверх макияжа и наносить на кожу несколько раз в день и распылять на расстоянии 20-30 сантиметров от лица. Очень классная вещь, мною уже испробована, и сейчас ее можно получить в подарочек. Когда вы заходите в свой личный кабинет, тут вот вверху есть акции. Да, то есть и вот в этих вот акциях как раз, и также в каталоге это указано, да, когда вы наводите на вот этот вот подарочек в разделе акции, обратите внимание, я применила как самые дорогие продукты, и вот она самая дорогая в акционных продуктах. Да, то есть наводите на подарочек вот этот вот маленький, и тут написано «Активная вода платину в подарок за 1 рубль при покупке ночной маски». Да, то есть и вы можете отсюда же и покупать. Тут же вот смотрите, также идут подарочки. Да, то есть тут наборы идут со скидками, да, то есть вот это все идет в разделе акции. Если у вас данная акция есть, то значит вы можете воспользоваться какой-то акцией, да, вот тут смотрите, любые два крема Реноваж со скидкой 45%, да, то есть супер-супер. Также порошочки, любые два, всего за 279 каждый. То есть, если мы с вами купим один, то он будет 370 рублей. Если мы с вами купим два, то он будет 279 рублей, да, то есть и тоже акция некратная. Можно взять 4, 6, да, к примеру, там 8, 10 и так далее, да, ну, смотря как далее, да, то есть ну и смотрим. Вот на эти вот подарочки можно смотреть и что-либо выбирать. Но сейчас разговор у нас с вами именно о подарке, как его забрать, да? То есть мы с вами покупаем столько ночных масок, сколько нужно. Маска просто великолепнейшая. Если мы с вами перейдем на страницу товара, то вот на нее аннотация о продукте, что она делает, да? Вот. Она на самом деле шикарнейшая маска, она получила награду. Также у нее есть сертификат халяль. Вот. И, конечно же, как применять, тут тоже все очень хорошо указано. Итак, я добавляю в корзину. И сейчас я перехожу в корзину. Да, и, к примеру, сколько мне надо данных масочек. Да, то есть я закажу одну себе, одну маме, а другую свекрови. То есть я сделаю три штучки. И когда у меня поменяется на 3 штучки, да, то есть смотрите, да, это 29 баллов, по моей цене это 2200 рублей. Вот, нажимаю «Продолжить оформление заказа». И, ну, тут, конечно же, акции, подарки, если вам надо, вы можете воспользоваться бонусами за покупку. Вы можете также воспользоваться подарочной акцией Фаберлик Клуб, что тоже очень важно. Вот, кстати, прошу прощения, забыла вам напомнить, что каталог у нас с вами действует, ну, на данный момент осталось 6 дней, да, то есть до 10.06. То есть это акция до 10.06, пока действует вот данный каталог. Итак, смотрим с вами дальше промо-акции. И листаем вниз, и как мы видим, нам с вами эта водичка досталась не за 221 рубль, да, а просто так, минутку, потеряла корзину, а просто так в подарочек, да, три штучки. Вот, ну что ж, продолжаю оформление заказа, и как вы помните, сейчас оно сработает. Это меня просят бонусы забрать, но я пока коплю, не знаю, может быть, что-то захочу. Вот, да, и смотрим, списана скидка 1444,96.
Так как я сейчас нахожусь в кабинете Шишкина Екатерины, она моя дочь, мы еще ИП не открыли, все денежки у нее копятся на расчетном счете. Да? То есть мы делаем очень большие заказы и так далее. Да, тут мы сделали возврат платья, который нам не подошел. Да? То есть вот таким вот образом. И сейчас на данный момент как бы вот эти все денежки, которые мы зарабатываем за каталог, мы списываем 65% ОС и остальное у нас копится, да, потому что мы делаем заказы меньше, чем у нас копится, да. Вот, допустим, когда новичок приходит, он говорит, вот я не могу делать 50 баллов. Да не надо их делать, если вы не можете. Но с 9, с 12% 50 баллов делать вам будет не делать, вам будет невыгодно. Вам будет выгодно их делать, потому что у вас будет объемная скидка, которую вы сможете списать за заказы. Да? То есть, ну, грубо говоря, мыться бесплатно, да, и платить 35% от стоимости заказа. Да? То есть компания Faberlic нам будет делать скидку 26% от цены каталога, плюс еще 65% списывается, да, и нам остается, допустим, если мы сделали заказ на 5000 рублей, то к оплате 1700 рублей, да, то есть в графе отчеты можно легко увидеть, сколько вы зарабатываете в валюте своей страны, да, то есть нажимаем лицевой счет консультанта, выбираем валюту своей страны и нажимаем посмотреть. Итак, сейчас оно прогрузится, мы идем в самый-самый конец, и вот сумма к списанию через заказы, вот мы получили 22 тысячи за 3 недели. Я думаю, что это доход весьма нормальный, Катерине скоро исполнится 18 лет, и она будет открывать ИП. Значит, 22 695 мы умножаем на 18 каталогов в году у нас и делим на 12 месяцев. Мы привыкли получать зарплату 12 раз в год. И у нас с вами получается 34 тысячи в месяц. Я думаю, уже неплохо, уже нормально для города Кирова. Очень даже хорошо. Но нужно обязательно вычесть 6% налогообложения, это 2000 рублей. Почему? Потому что мы платим налоги. Доходы у нас только белые. Никаких Яндекс.Кошельков, Киви-кошельков, зарплат в конверте. Только белые доходы. Это здорово. Итак, и получается у нас, ну, вот почти 32 тысячи под расчет ежемесячно Екатерина будет получать денежку. Вот. Ну что ж, поехали с вами дальше. Я вам рассказала сейчас про денежки. У меня очень часто спрашивают, что это такое, с чем это едят. Да, то есть у Катерины просто международная структура. Да, то есть у нее есть и Беларусь, и Украина, и Казахстан, и Молдова, да, то есть и Россия и так далее. И получается, что как будто бы приходит все в валюте разных стран, но оно конвертируется в вашу валюту и приходить будет в ваших деньгах. Да? Очень часто новички пугаются, когда им приходит чужая валюта в чужой страны. Да? Допустим, вот тут мне девушка с Казахстана пишет, мне пришло 10 тысяч рублей. Что это такое? Как? Это много или мало? Да? То есть люди путаются. Вот чтобы не путаться, через отчеты распечатываете распечаточку, и вам уже показывается, сколько же вы на самом деле в валюте своей страны заработали, да, вот, ну, конечно, 10 тысяч рублей каждые 3 недели, это тоже неплохо, да, неплохо, вот, ну, и давайте с вами продолжим, шаг 3, утверждение заказа, то есть скидка списана, и мы с вами нажимаем утвердить заказ. Заказ мы утвердили, вот, и сейчас ждем, пока он утвердится. После того, как он утвердится, нам придет, что сколько мы получаем денежек, да? То есть вес 1 килограмм, сумма к оплате 0,0. Почему? Потому что я поставила автооплату в личном кабинете в разделе «Личные данные», да? Вот, то есть у меня была уже денежка на счету, как вы видели в самом начале, и она списалась, да, то есть смотрите, контактные данные, ой, не то, минутку, вот, в графе настройки я написала режим списания средств за неоплаченные заказы, доступные к оплате автоматически. Если я поставлю ручной и нажму сохранить внизу,
то у меня денежки не будут списываться. Но автоматически мне очень нравится. Я советую всем вашим новичкам ставить режим автоматически. Почему? Потому что очень много новичков ложат денежки на счет и не нажимают кнопку «Оплатить заказ». И могут слететь с подарков, слететь с объемной скидки. Это уже не раз и не два было. А при автоматическом списании таких проблем просто не будет. Поэтому сразу же после регистрации, когда новичок выбирает пункт выдачи, сразу же ему говорить, что ты заходишь в раздел «Личные данные», нажимаешь «Настройки», ставишь «Автоматически» и сохраняешь. Вот тут внизу есть «Сохранить». Очень удобная функция, очень классная функция, и у вас никогда не будет болеть голова. Да? Вот, то есть заказ утвердили, автоматически он оплатился. Ну что ж, давайте смотреть. Значит, моя цена была 2223, но, как вы понимаете, на счету-то у меня было намного меньше денежек. Да? То есть давайте посмотрим личный кабинет, мои заказы. Мои заказы. Зайдем. И вот он у нас наш заказик, да, который готов к сборке. Тут я по акции очень много чего заказала. Вот. И смотрите, сумма заказа по цене каталога 3000 рублей. Нам сделали скидку и осталось заплатить 2223 рубля. Но списалось 65% от заказа и сумма к оплате у меня осталась 927 рублей. То же самое. Когда случилась вот эта вот распродажа, которая была до 3 июня, да, я позвонила сначала свекрови через скайп, мы с ней набрали товар, который надо, да, ну, в принципе, позвонила всем, кому нужно, мы выбрали товар, который надо, да, сумма по цене каталога была 6600, скидка у меня от цены каталога 26%, потому что я делаю более 50 баллов. Значит, компания Faberlic мне скинула 26%, это получилось 4939, и к оплате получилось у меня 1877 рублей, вот таким вот образом, да. То есть, смотрите, я считаю, что это выгодно, я считаю, что это классно. И если вы, к примеру, будете зарабатывать, да, к примеру, там 10 тысяч рублей, да, ну, вы не хотите открывать пока вывод денег на расчетный счет банке, так как обязательно нужно делать 50 баллов, чтобы получать свои денежки, да, вы, к примеру, сделали заказ, ну, на 5 тысяч. Вы оплатили вместо 5 тысяч, да, вы заплатили 65% от этого, да, это, по-моему, 1700 рублей. Давайте с вами будем считать, да, 5 тысяч минус 1700 рублей, минутку, это я уже просто знаю, какая сумма выйдет, да, минус 65%, это получается 3250 оплатилось объемной скидкой, и 1750 вам нужно заплатить. Так вот, если вы на эту 1750 кому-то что-то продадите, этим же своим родственникам, хотя бы по своей цене, да, без накрутки. Вот я, к примеру, раньше своим родственникам никогда не наценяла вот эти 26%. Почему? Потому что, ну, не могу я с ним взять лишние деньги. Они же с меня не берут ни за что. Вот. И они как бы пользовались со скидкой 26%. Им это нравилось. Они всегда уже, когда смотрели цены в каталоге, они вычитали 26%, они знали, сколько они мне будут должны. Я их прям научила, да, считать. Вот, и получается, они у меня брали суммарно, да, то есть на 2-3 тысячи рублей. И получается, у меня постоянно, да, я не продавая, да, я не продавая, просто им кидала ссылочки в соцсети, не смотрели в соцсети и заказывали. Я не продавая, всегда имела каждый каталог наличкой, ну, 1000-2 точно, да, то есть как бы, ну, нормально, для начала нормально, вот, ну, как бы памперсы можно купить на эту сумму, да, то есть тоже здорово, как бы, да. А потом уже, когда мы открыли расчетный счет банке, да, то есть с моего регистрационного номера, не с рек-номера дочери, да, то есть у дочери еще не открыт, вот, то там уже, конечно, мы делали 50 баллов, оплачивали их, но там уже
как бы суть бизнеса в чем? То, чтобы, допустим, вы зарабатываете, допустим, там 30 тысяч, а заказ у вас на 5 тысяч, да? То есть вы себе купили в дом порошок, да, там нижнее белье, колготки, там средства личной гигиены, там, да, зубную щетку, пасту и так далее, да? То есть одели детей, мужа, если они у вас есть, там купили какие-то подарки родственникам, да, если какой-то день рождения, там 8 марта, 23 февраля и так далее, да? А остальное это ведь вам идет под расчет, да? То есть и получается, что в компании Faberlic нужно всегда делать 50 баллов, а ваши выплаты растут. То есть на данный момент, да, у Катерины, вот как вы видите, 22 тысячи зарплата. И если бы она получала денежку на расчетный счет в банке, то она бы остальные денежки получила бы себе и часть денег отдала бы за заказ. То есть я считаю, что в компании Faberlic по-любому работать очень выгодно, потому что... Недавно мы столкнулись с таким с возражением с новичком, да, что если вы будете делать заказы, то это вложение. Извините меня, Катерина моется. Катерина моет волосы свои, да, которые у нее по попу. Она тратит чуть ли не 10 масок в каталог только на себя одну любимую, потому что ей одной маски она один раз хватает. Вот это действительно правда. Да, и получается, она любит одежду новенькую поносить, она любит то, она любит это. И почему она должна эти деньги, да, носить в магазин и не получать вот эти вот 22 тысячи? Да, вот в принципе и вся суть бизнеса. Когда вы идете в магазин, вы хоть 10 лет туда ходите, да, а зарплату вы там не будете никогда получать, да. Хоть всем вы порекомендуете самую вкусную колбаску, которая там есть, хоть всем вы расскажите про акции, которые там есть, вы не будете денежку получать. Если вы пойдете и расскажете, что в компании Faberlic за покупку маски для лица дарится вот спрей еще для лица, да, да, плюс есть программа Faberlic Club, плюс есть стартовая программа, у вас люди пойдут к вам регистрироваться, потому что если вы сами поймете, что вам выгоднее покупать в компании Faberlic, а не в магазине где-то там, да, за углом, то ваша структура начнет очень хорошо расти, да, а если, конечно, занимать позицию, что вы, грубо говоря, если занимать позицию, что вы что-то вкладываетесь, ну так извините меня, вы до компании Faberlic тоже мылись, вы тоже ели, и кушали, и мылись, и мыли пол, и мыли посуду, и стирали свои вещи. Я не верю, что вы ничего этого не делали. Ну, я думаю, это логично. Вот. Тем более сейчас лето, жара, вот у нас гель для душа, нам хватает буквально на 2 дня. Да, вот обычного нормального геля для душа, потому что нас четверо в семье, и каждый сходил в душ, и все, и геля для душа нет за 2 дня, потому что мы ополоснулись утром, ополоснулись вечером, у нас все заканчивается, но мы, заметьте, мы не ходим в магазин, и мы 3 года доносим вот эти вот все акции, вот эти вот все подарки, 3 года мы работаем, 3 года мы доносим, 3 года мы учим доносить других, и в итоге наши выплаты сейчас более чем 400 тысяч русских рублей в каталог, вот, да, то есть, ну, это если пересчитать на ежемесячные выплаты, то это более 500 000 в месяц русских рублей мы сейчас можем зарабатывать. И тому же самому мы просим научиться нашу дочь. Да? То есть, когда мы пришли в компанию Faberlic, мы постоянно говорили, до компании Faberlic мы постоянно вбивали дочери в голову, что будешь хорошо учиться, будешь хорошо зарабатывать. И вот тут такая дилемма произошла, что сейчас мы с ней немножко спорим, да, потому что я ей говорю, давай учись вот это, вот это, вот это, да, то есть она говорит, нет, я буду английский изучать, я буду переводчицей, там еще что-то, я говорю, нет, давай мы с тобой, английский это хорошо, но мы с тобой еще сдадим на права, все-таки тебе скоро 18 лет, мы тебе машину подарим. Она ей говорит, нет, мне нужно учиться, машина меня будет пока отвлекать, я еще не готова, вот я закончу колледж, я тогда пойду на права, да, сдавать. То есть у меня сейчас английский, да, то есть она идет там английский и фотовидеограф. Ну, конечно, все это здорово, конечно, все это классно, да, то есть мы ее отправили
обучаться именно на ту профессию, которая ей будет выгодна, когда она будет свою структуру продолжать, да, когда она уже унаследует наш регистрационный номер для себя. Но все равно же, да, то есть у нее все равно есть еще вот отголоски вот этого вот приучения к найму. Как нас приучали наши родители, так же мы приучаем своих детей, не давая им права выбора, вбивая им с садика: учись, 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 хорошо учись, ни на что не отвлекайся. А на самом деле наши подростки уже с 14 лет могут зарабатывать хоть 40, хоть 50 тысяч. И вы должны понимать сейчас, что с 16 лет ребенок уже может оформить ИП с разрешения родителей и зарабатывать 30, 40, 50 тысяч, причем бело, легально. И вот сейчас, конечно же, я 10 раз пожалела о том, что я ей говорила: шаг влево, шаг вправо, расстрел. Я не знала, что сетевой маркетинг – это честный, белый, легальный бизнес. Я думала, что это какая-то там пирамида, да? Вот когда-то давно, 3 года назад, я это думала на самом деле так. Но вот сейчас я понимаю, что я получаю эти подарки, я получаю эти деньги, я понимаю, что я езжу отдыхать в разные страны мира, я понимаю, что я не просто хорошо зарабатываю, я еще начала помогать своим родителям, да, вот, и это тоже очень-очень здорово. Ну что ж, с вами была Коннова Анна, интернет-проект Faberlic Online. Работайте, растите, зарабатывайте и забирайте этот крутой подарок вот до 10.06. Этот крутой подарок вас ждет, поэтому не забывайте донести до новичков его. Сейчас я еще найду, на какой странице в российском каталоге этот подарок очень красиво описан. Так вот, смотрите, платинум, у нас идет страничка 124 по российскому каталогу. Сейчас вобью 124 и нажму Enter. Итак, вот она, да, вот видите, активная вода в подарок. Давайте посмотрим подробнее, да, при покупке ночной маски. Вот именно за вот эту вот маску, за ночную маску, которую нужно делать 2-3 раза в неделю, вы сможете получить вот столько водичек, сколько вам захочется. Ну что ж, с вами была Коннова Анна, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео, дорогие коллеги.